В эту пятницу в художественном музее Бендер откроется новая выставка «Приднестровский авангард». Картины разместят в двух залах. В одном будут работы наших художников, в другом – полотна российских, молдавских и гагаузских. Принести этой выставкой до зрителя мы хотим прежде всего то, что искусство, оно очень разное. Художники, они очень интересные. И смотреть на картину и думать о жизни, общаться с художником и понимать, что он хочет выразить, это всегда очень интересно. Наша задача – привлечь как можно большее количество людей в зрительные залы, потому что не всем интересно то, что они уже видели, что они уже знают. А музей всегда предлагает что-то и новенькое, и интересное. Кроме экспозиции, в Бендерском музее впервые устроят еще и дискуссию, обсудят проблемы авангарда и поразмышляют о том, какой он приднестровский авангард. В разговорах смогут принять участие и зрители, которые придут посмотреть на картины, а еще будет несколько фотозон. Выставка открывается в 3 часа дня в эту пятницу. В Государственный художественный музей приглашают всех.